Привет всем! С вами музыкальная студия Black Cat. И сегодня я продемонстрирую вам прием глиссандо. Итак, что же такое глиссандо? Глиссандо — это плавный переход между двумя нотками. Итак, само упражнение. Очень важно следить за тем, чтобы вы пропевали каждую промежуточную нотку. Сейчас я продемонстрировала все нотки, которые необходимо задеть при исполнении. А сейчас попробуем быстрее. Стремимся к верхушке распевки. Глиссандо используется как самостоятельный прием, а также полезно для расширения вашего диапазона. Когда вы отработаете глиссандо на определенный интервал, вы можете работать над скачкообразным движением. Хочешь научиться профессионально петь? Пой с Black Cat!